Да, да, да. Здорово. А, ну там уже вот спиритус на месте, и рарник сейчас подойдет, то они сейчас засумонят. Мне, бля, я ебал, с Борейской тундры мне туда охуеть, сколько ебашить. Мы, погоди, мы на пул боссов идем или чисто токены? Вы в Каражан? Да. Кто нужен? Мы в Казахстан. Казахстан. Есть Хулипал и Энгшаман. Двадцать девятый. Не-не-не, меня сбривают все время. Типа его кинули уже в прошлый раз на прошлой неделе, блять, это уже как-то некрасиво. Я вон лучше уйду вместо него. Это говорит Менгск. Ничего-чего? Ну, я не знаю, может в их десятку пойду, блядь. Да, или в кару пойду с пугами, я не знаю. Ну, типа... Ну, вообще-то еще вторая пати будет. Ну, типа, да. Если у нас никто ничего собирать не будет, типа, особо, то что, мне придется с пугами идти? А, вот, я хотел спросить, а вы ИК будете собирать вообще гильдии? Десятку? Okay. А, ну так, ну хотя... Так, подождите, у вас будет фулл рейд? Вы смотрите, я сейчас немножечко тоже ставлю свою... Суть в том, что у нас сейчас с этой недели будет, в принципе, смотреться народ, кто как ходит, кто что делает, кто, в принципе, нихуя не делает в рейде, да? И дальше будут уже составляться там 25-ки, будет и ПГП, и консул. На этой неделе, к сожалению, там, на субботу, то, что стоит... Груль магик и так далее, на нем ЕПГП не будет. На нем будут люди просто осматриваться. Кто дамажит, кто не дамажит, кто слакает, кто спит, кто что делает вообще, в принципе. Хорошо, Кирайси, вот. Тогда вопрос. Я, типа, хочу играть в статике. Я залетел неделю назад на сервер, я еще не успел никуда попасть, но при этом у меня опыт большой в Вовку играть, я на РТшке на все буду попадать. Но, условно, я не дам сейчас космического ДПСа, потому что я только начал и никуда не попадал. Ничего. Да, его никуда не брали. Да все, ты принял. ДК, но я фрост буду, типа, как только одну ручку, вторую найду. Да, 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 да. У меня вообще шмот нет, я просто не обделял особо в РБК и не... Ой, я только в Легионе, это, конечно, совсем разные игры. Бля, я запрятчик, у меня про товары есть, я не могу. А, ну и ЦЛК я танчил еще. Ну окей, я в РБК просто пониже пока шмотки какие-то хоть. На Энха? Что за еду? Не, хила не одевал. Не знаю, я так-то... Этот винг вообще. Я так-то мейн-то упал. Да. Гильдию Андрей, посыл. Тебе голда пришла, кстати, Андрей? Сейчас посмотрю, я только зашел. Не видно то, что ты поставил. Да-да.
бляха. Ну а я в субботу не смогу с вами ни в Грул, ни в Магик, потому что меня дома не будет весь день абсолютно в субботу. В воскресенье я буду. Давай. Давай мы зайдем к капот. Только кап субботу ставлю, пойду купить, сделаю быстро. Суббота слетела теперь. Ребят, заманите, пожалуйста. Меня сумонить не надо, я здесь. Да-да-да. Что, у нас ДК есть? Все, тогда будешь в горн дудеть, пока да. Окей. А ты чё, ты ГДК там, ФДК? Когти есть? Не, я анхолик, но мне надо одна ручка, и я спекнусь его хроста. Просто не везет, да. Не падает вообще вторая. Да-да-да, есть. Сейчас все, все тут. Бастард спрашивает, мы фул или по токенам? Не достаю слишком далеко. Да. Старайтесь. Я пока не могу прочитать это заклинание. А лут не забудь поменять, или мы на группе.
Да просто я говорю, кому не надо шмот, просто распилить. Нажимайте, кому надо, жмите косточки, да и все. Кому реально. Только косточки жмите, чтобы если нажмите, не откажусь, ее пыльнут и все, и забыли про шмотку. Ну, не знаю, я в рейды больше за компанию хожу. Ты вымрешь. Куда эти 125? Гарем. Гарем, блин. Могу в ШП спекнуться, хочешь? Раздражает акцентирование просто немножко. Совместное. Да, я вредная. У меня один перс. С этим бы разобраться. У меня холик один, здесь 28-й. Не знаю, есть харсит, у него есть холипал, но я не знаю, на ком он играет. Либо на друиде, либо на холике. Надо спрашивать. Не больше, не знаю. Можно попробовать еще? Я вообще делал шамана Энха именно, чтобы на милике поиграть по факту. О. Не, ретрика нет, не делал. Паладина я чисто хила делал. Мне нужен был паладин, да я и хал сам хотел на холике поиграть. Ну, полгода. Да. Я могу так это сказать по поводу... Я лох, типа. Говори. По поводу шамана, у которого хапал есть. Это один из тех людей, который там за, мне кажется, пару дней может полностью изучить персонажа.
Это там не лезть, нихуя. Да, ну, да, да. То есть шамана у него сколько? Две, да, недели или сколько? Побольше. Это не месяц уже. Ну как РБК открыли, я не, владел. Ну так ты. Да, ну так тебя не было полмесяца. Почините сразу, тут чинилка есть. Никто не умирал? Нет. Да-да-да. Погодь, ничего, тогда советите. Блин, ну ладно, вот тогда не. Блять. Присумоните меня. Нет, этот дополнительный смерть в зоне отдыха меняется. По поводу лока спрашиваю. У меня лок и второй чар, я ДКшкой начал заниматься, но я им не сильно занимаюсь. Так хотел анхолика и блин ДК делать для них. Но нет времени этим заниматься. Не успеваю. Нет, так если кто-то помогал, типа, я в соло хожу, но там соло в РБК в эти пати ищет, по 20 часов сидишь, типа, а так вот этим хожу, шляпа кок, когда они ходят, так чистить, все, в принципе. Просто как гильдии не напишешь всем. Да, есть, есть. Герус, командуешь? Thank you.
Ну да. Меньше намного. Да я на днях только 3 дня назад его собрал полностью. Да примерно, да? Ну, это я знаю. 58? Это, да, на БЦ? 58%? Я одна его снимаю пост. Почему? Я со своей пачки тоже снимаю. Мне как-то показывало, что типа у меня только я снимаю. Что, я возьму на кошку? На обспек. Ну, бери, если надо. Мне не надо. Окей, хорошо. Да я на хиладу буду в основном брать, а так, ну, другой шмот, если чеки за не надо будет, то буду либо брать, либо распылять. Извините, я тут. Войда, ты здесь за ДК играл? А есть смысл вообще анхолику билдить тут Т9, фул и так далее, или анхолик всегда слабее здесь? Понял. Имел в виду, у меня на локе талант проучен, у меня стан на 3 секунды массовый есть. Поэтому я его стан закидываю, а потом его ешь. МК шлепокок. Бля, да я дурак. Я не знал, что здесь МК, сори. Еще
Ну, причем хорошая. Вместе 104 на Аршам прикольно заходит. За мной бегать, я устал уже туда-сюда под танк подбирать. Он не отцепляется. Они ж не таундятся эти мобы. Вы видели, как вчера у Редриков забагалось Т4? Там ДПС 30 тысяч был в трех мобов у меня у друга. Что ж там? Не понял. А, не-не-не, это Менгск, которого кикнули. Да, но это баг был вчера, его уже пофиксили. Там Т4 у тебя каждая буря с критом прокула. А он урод сходил за одну кару, два токена заролил. У меня. У меня один кусок, но я не вижу смысла надевать без второго. Он с кровожадности улетает. Кстати, а сейчас есть уже еще смысл карточку эту покупать величие или уже поздно? Ну, это я на какой класс? Ну, на FrostDK. Почему нет, собственно? У тебя мало каких три не лучше есть на FrostDK, чем карточка, я думаю. Тебе сейчас столько... Ты РПБ не сможешь сейчас собрать себе на ФДК, у тебя только в силу забиваться, так что карты есть смысл. Типа 90 пассивной силы плюс прок на еще... Сколько? 300 силы? Охуенно. Ну да. Не, ну она не дешевая просто. На нее фармить долго. Ну уже дешевая, на самом деле. Я думаю, она сейчас нормально подешевела. Ее покупали за 40-50 тысяч. Ну, ее покупали за 40-50 тысяч. Так что она подешевела прилично. Я, блин, просто все золото уже на парфу потратил, которое как-то подкопилось. В комнате много мобов, все скоро.
И уже грипп. Уже гриппл. Чё, стана больше ни у кого нет? Копатка тут. Копытка топни. Из коров, коровки есть, копытом топайте, когда они дуют. Угу. Я типа увидел, понял, они огонь начали когда кастовать, вроде я дал стан, не? Или мне показалось? Просто я увидел огонь начал, я кинул да, стан и начал бить потом.
На колодце це кинуть. РЦЦ на кого кинуть? На танках, или на кого? На варому. Он же не час должен давать. Шея нужна кому-нибудь? Конечно. За вопрос. Это да.
Не, я просто остров не делал, мне бы нужна шея. Скажи, кто остров делал, я думаю, вряд ли она нужна. Кстати, вопрос. Чертес идет в сове, он весь вес на сову будет получать? Не, я не из-за шеи, просто там дальше триньки падают и все остальное. Просто если он идет на сову, то на сову пусть ролит. Если он идет кота... На кота мне ничего не надо. Подожди, я просто про дальше говорю, там... Вара, возьмите, будет. Вара, возьмите подчинение. Законтрольте варок вы. Я не вар. Я понял. Ну, блядь. Если вот на этом всем шмоте чанты и камни поменять, то в принципе нормально. Да. Тринки есть под него. Ты сегодня ИК хочешь этим составом пойти закрыть, если успеем, если недолго здесь? На самом деле... ИК за 40 минут можно закрыть, ИК легче, чем это. Даже. Там одна ручка еще падает. Но она не бисовая, брат. Там ее нет. Кстати, а как долго нужно голосовать, чтобы получить первый вот этот VIP для четвертой профы? Это прям жестко. Вроде а сколько денег нужно закинуть, чтобы... Вроде 200. Да просто тут нечего за донат даже купить, какой-то батл пас, если бы в ПВЕ хотя бы работал. Ну смотри, у меня, короче, пятая лоялка, у меня 43 голоса и 1600 рублей в донина. У меня только первая випка. Вот. Так что денег мы отдать. На четвертая профа нормально так даст на самом деле. Это заклинание.
Да, они за Т4 обсуждают. Пока не сбегает. Кидай. А ты где? Я что-то не вижу тебя. Не в гильде, да? Я, конечно, не в гильде. Заебёшь ты. Собирался парень. Написал, если второй Т4 с роли, то идет за ГИ и полностью отовсюду. Он сказал, если кому-то на офспек уйдет, тогда он свалит. Ускорили процесс. ХЗ. Не вникай, все да, нормально. Пойму, как может кому-то уйти на офспек, если тут почти всем на мейн еще, не у всех есть, блядь. Как на оф может уйти кому-то? Ну вот. Хочет так. То вот мы как раз с тобой разговаривали, и овер дохуя ноют. Ну, короче, суть в том, что это не та гильдия, кто-то кого-то держит там, или что-то типа того. Не хочешь, до свидания. Не, ну все равно хочется какой-то костяк там. Я так понимаю, у вас же сейчас такой основы нету большой. Ну, он в костяке-то как бы и не был этот человек, в принципе, поэтому... Все равно будет всегда, как если 25-ка, то будет 5 человек, которые приходящие и уходящие. Я вот сам тоже полгода держал гильдию на офисе. Там хан какой-то присоединился, сум просит. Что ты, Данил, решил все-таки хантам или не дальше? Ничего не решил. Тёма написал, пойдешь за ханта, я сказал, хантам. А чё, сову не взять? Сову? Не хочу я с вами совой. Ладно. Нормально. Я только за. Он тоже нормально дает. Да ну нахуй, он, блядь, пятак еле дает. У вас есть сова? У нас есть сова, но она полезнее в коте, скажу кратко. Сейчас зайду. Но я в ИК не пойду, точно. Если мы за 3 часа успеем пронести, я с вами.